Привет всем, друзья! В этом видео расскажу, как сделать своими руками из обыкновенного бруска очень нужную самоделку. Для этого понадобится перьевое сверло. Его нужно установить в патрон шуруповерта. Ровно по центру бруса с торца надо просверлить отверстие, насколько сверла хватит. Также теперь нужно просверлить отверстие с обратной стороны бруса, чтобы получилось сквозное отверстие. Должно получиться примерно так. Вокруг просверленного отверстия нужно забить три гвоздя с одинаковым интервалом друг от друга. Также теперь надо прибить гвозди с обратной стороны бруса. Самоделка готова. Теперь можно ее транспортировать в любом пакете или багажнике автомобиля. Пришло время испытаний. Возьму немного самодельного розжига и его нанесу на одну сторону просверленного отверстия. Теперь брус нужно поставить на ровное место, таким образом, чтобы розжиг был с нижней стороны. Пришло время розжиг поджечь. Самоделку надо поставить на гвозди. Тяга до такой степени хорошая, что пламя огня надежное и устойчивое. Боковой ветер совершенно не мешает. Сверху на гвозди поставлю металлическую кружку с водой нагреваться. Сейчас посмотрим снизу, как пламя распределяется по дну кружки, тем временем воду нагревая в ней. Лучшего результата я еще пока не встречал. Прошло не так много времени, вода в кружке начала закипать. Пар вовсю уже идет. По бокам большие пузыри начались. Прошло около минуты, вода в кружке полностью закипела. Это говорит о том, что нужно заварить свой любимый чай. Как вы уже догадались, получилась походная печь. Хоть одноразовая, но очень эффективная. Только один минус есть. Отрегулировать огонь нельзя. Послабже сделать его не получится. Но в моем случае это совсем не надо. Чтобы приготовить кипяток, сойдет. И такую печку потушить, я думаю, нереально. Как бы я ни дул, она у меня не потухла, а разгоралась все вновь и вновь. Кому такая отличная идея, хитрость была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!